Русский еврей имеют свое представление о происходящем вокруг, многое они ставят под сомнение, и в этом им помогает отточенный за годы собственный ассоциативный ряд. Давние друзья и единомышленники, наблюдая за происходящим в нашей переменчивой стране, решили сделать проект «Русский еврей», где они по-своему объясняют ситуацию. В жизни, наблюдая за происходящим, им удается видеть те вещи, которые другие не замечают. Находить особенности, которые заставляют вас улыбаться. Андрей, что мне нравится, что я люблю? Я люблю путешествовать, люблю Европу, любимый город Париж. Город, который отражает мое настроение. Из множества российских городов мне нравится Калининград. Музыкальные пристрастия: Джордж Майкл, Ричард Маркс, любимые фильмы «Узник замка» и «Эф», «За последней чертой», «Дама с попугаем», «Не будите спящую собаку». Не может слушать Лепса и Михайлова. Не смотрит «Дурдом 2», «Холостяк». Разбираюсь в технике, брендовой одежде и автомобилях. Широкий круг обеспеченных и не очень обеспеченных людей. Стильный человек для меня – это Дмитрий Нагиев. Любимые актеры: Бельмондо, Кевин Спейси, Джон Малкович. Любимый напиток – чай. Не любит и не знает, как открывается дверь в ночные клубы и сауны. Сергей придерживается олдскульных взглядов на жизнь, при этом любит быть в курсе передовых технологий. Не имеет дома телевизор и не смотрит его с 2007 года. Меломан, хорошо разбирается в музыке и кино, любит западный панк, рок, Рамонис и всю остальную волну 70-х годов, выходцы из нью-йоркского клуба SEBGB, из отечественного репертуара Егора Летова. Любимые фильмы: «Облако рай», тот самый Мюнхгаузен, и зарубежного фильма, типа «Крутые ледовые», «3000 миль до Грисленда». Хорошо разбирается в брендовых вещах, автомобилях. Не любит наши дороги, которые убивают машины, и хорошую обувь. Предпочитает отдых вдали от мегаполисов, например, в Горном Алтае. Воспитывает дочь.